Хей, йоу, гайз, с вами Жмиги, мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands The Pre-Sequel. Окей. Фух. Я понял, пипец, я сейчас способность просрал. Блин, как перекрестие вот это убрать? Чтоб можно только было стрелять в зуме. Я же так играл же без перекрестия в первой, да, части или нет? А, но он все равно мертвый. Гача. Осколочек. Сколько мне там нужно? 20, да, было осколков? Так, окей, полетели. А, не так он далеко летает, ладно. Бля! Почему я всегда приземляюсь на бомбы. Он ли по КД? Турели. Окей, берем пекаль. Хер попади, ладно. А где попадание? Нихера там громило. Так, там, кажется, было что-то ценное, да. О, новый облик получен. Как вы смеете входить на мой корабль после всех моих великих предупреждений? Приготовьтесь к смерти. Страшной смерти. Да? Сейчас типа босс будет. Да лучше закупиться. Ой, тихо. Вот, заюзать. А, продам так, нормальным путем. Требуется класс Баронесс, перезарядка 18. А что у меня по перезарядке? А, снайперская винтовка, тю? Не. Удачи, друг. Ой, давай, если... Так что, по пушкам? Нового ничего. Снайперка. А, в путь. Не, ну как бы по карте, если так посмотреть, то не пах... Блин, наушники спадают. Не похоже, что тут будет босс. Хотя, все возможно. Я вот думаю, стрелять в него или нет. Ой, их теперь двое.
Где? Где? В смысле? Он попал. Так, там, кажется, снайперские пули, да, были? Нет, нету. Так, собираем все, что повыпадало. Ребят. Синий камень. Илка. Мне туда нужно, да, идти? Значит, по закону мы пойдем в другую сторону. Обратно той, которую нам предлагают. Ага. Угу. Там закрыто. Туда вообще прохода нету. Гетча. И что мне тогда прикажете делать? Так, сундук, окей, чекнем и пойдем. Все, ладно, полетели. О, тут еще сундуки. Раз сундук. Два сундук. Зловещий смех. Я капитан этого судна, а ты жалкий мародер. Скорее узнаешь, что сейчас произойдет. Хотя я только что прекратил путь к твоему гневу. Так что вместо этого ты познаешь гнев моих монстров. Я тебя понял, до свидания. Ага. Мы уже абсолютно на любых моя. Ты должна обращаться ко мне, малыш или дорогой. Особенно при посторонних. Хорошо, мой милый боцманчик. Братцы, в атаку! Эй, послушай, мне жаль, что все так получилось. Я на самом деле не заодно с этим капитаном жопой. Чтобы доказать это, я открою тебе дверь. Если ты хочешь отключить барьер, иди к машинному отделению. Без проблем, дамочка. Слушай, боссман может сказать держать меня в плену, заставляя тебе так всячески убеждать, что ты бы сделал, чтобы спасти меня. Это же искатель хранилища. Мастер по частям... Так, надавать людей. Ну так или иначе. Я прошу сюда за военными ИИ. Отлично. Я знаю, где ты можешь достать превосходные военные ИИ. Просто тащи меня. Я покажу, как отключить барьер боцмана. Ты, она что-то задумала. Милашка, если я смогу убить, то мне... Отлично, постараюсь тебе помогать. Но боссман не должен узнать, что мы заодно. Так что заранее прошу прощения за возможные накладки. Так, выйди на связь, когда доберешься до машинного отделения. Хорошо, машинное отделение у нас, в принципе, где-то было наверху, я видел. Да? А вот снова я взял, просто закосался. Сколько здесь взрывных этих бочек, нахера? А, да, я хотел сюда попасть. Так, там у нас ничего. По времени 9 минут. Так, полетели. Сразу нужно включить передатчик с... Ну, черт. Бомбу. Пойди, он должен сдохнуть. Отлично. Я же говорила, грозная.
Так, перезаряжаемся, быстро бежим. Да, патрон типа не тратится при попадании. Ля, что он творит? Он закислородился и на меня напал. Тут животное. Пес, это животное, чел. Таких как-то еще нужно поискать. А? Даже в курсе. Валим. О, класс. Перезаряжаемся. Ну, за них, скажу так, патроны норм... Ой, патроны. Опыта нормально дают. Что, по низу пойти? Так, тут же у нас ничего, да, не было? Тут дверь... И там, походу, куда-то можно пройти. И знаете, похоже, именно вот это вот место, как в игре Portal 2. Когда Гладис или... Ну, я могу, конечно, ошибаться. Гладис либо Гладис пытались нас убить. Пыталась нас убить. У меня встал вопрос, куда мне идти? Как бы я проход не могу найти. А, нашел все. Сейчас кислорода не будет. Ладно, выживаем. Кислород! У меня хп мало. Очень мало хп. Так, тогда ищем путь наверх. У нас только, вот, только туда, по сути. Оп. Денежка. Денежка. Так ж. Вам показалось. Что ты делаешь? Ух ты! Только глянет, но у нас тут блестящий конвейер. Рад встрече. Не бери это, мальчик. Это не твое. Что? Останови его, милая Каландела. Раздави этого мерзкого крысёныша. Сожги его. Успокойся, дорогой, я делаю все, что могу. На самом деле нет. Мне это нравится. Так. Да, у меня что-то в спине заболело. Ладно. Давай бомба. Продать. Все, купили патроны, можно идти. Фу, я думаю, я мог там провалиться. Так, ангар. Да. Ну черт, не, теперь у меня проблемы, серьезно. Что это было? Что ты тут забыл? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, включаем. О! Да ёлки-палки. Манать! А
О, новый облик еще получил. Пипец, мне обликов дают. Так, я немного отхилился. Валим нахер, так главное не юзать. Ха-ха-ха, лошара. Воу! Не лошара, не лошара, не лошара. Лошара. Так, я там все забрал, все. Ну, тут задыхать по-любому. От недостатка воздуха. Ля? Постановился. Так, ладно, что здесь у нас? Хилка! Хилка! Зал для... Так. Эй, пацан, ты уверен, что ты найдешь здесь боевой ИИ? По-моему, эти пираты просто двинулись. Говорят, что Бонцман пока не... Так, одичал. Был какой-то крутой спец по ИИ. Сейчас он, конечно, совсем съехался с катушки. Что? Тебе ж... Ай, короче, ну нахер. Just get the AI core. Okay. Скайп, короче, болтает. Мы играем. Все. Я здесь все сломато так. Мне кажется. Так, что у меня? Да, комната похожа на битву с боссом. Так, окей, хилимся. Так, скорострельность. Крит урон. Снайперская винтовка восстанавливает патроны. 0,2%. Это мало. Так, сразу патроны. Все, можно начинать. Сколько патронов? Мы можем отключить силовые поля, которые прекратают дорогу к тому месту, где заперта я. Сбросив главный двигатель без них, некоторые системы так, Дракенбурга выйдет из строя. Я буду помогать тебе по ходу дела. Но берегись, вот он выстрелит так против тебя. Тучим твоих монстров. Прекрасно! Для начала отправляйся к панели управления двигателя и включи на максимальную мощность. Гача, попался. Ля-ля-ля-ля. Ё-моё, фиг попадешь. А я только отхилился. На самом деле, я думал, что сейчас будет босс. Что? Что там у вас внизу происходит? Ничего, дорогой, все под контролем. Отлично. Малыш может добраться. Give me a sec. I've got a walkabout!
Ой-ой-ой-ой-ой, меня кислотой обрызгали. Воу! Ряд с красным требует тебя желтая кнопка. Нажми ее. Готово. Ты знаешь, что делаешь, искатель хранилища? А да, сначала я соберу патроны. Теперь я отхилюсь. Думаю, этого будет достаточно. Открываем до конца. Ну там же достижение, ну как не достижение, а то, что мне нужно. А теперь полетели наверх. Так, перезагрузите двигатель, либо уничтожите регулятор датчика. А что если я захочу перезагрузить? Ну, я не вижу, чтобы компьютер, типа, показал, что я могу его включить. Что ты с твоей же корабле? Черт, искатель! И почему ты все еще разобралась с гостями, моим сладкое? Вот так, теперь тебе осталось только открыть стабилизатор питания. Я не понимаю, что происходит, любимый. Как он херячит через эти стены? Ты, тварь. Тварь, которая стреляет через стены. Нельзя, нельзя, нельзя. Нечестно. Откуда? Ой, боже. Ложечно. Где еще? Готово. По идее, там еще один остается. Патроны. О, хороший сундук. Патроны, патрончики. В смысле, я не использую патроны для этого? Окей. Почему? 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 Так, все. Не трожь это, язва-хранительница. Стреляй. И почти готово. А, как стрелять? И как я... Мне уничтожить стабилизатор? Либо перегрузите двигатель. Как мне перезагрузить двигатель? Мне что-то не показано. Да. Внимание! Залаги двигатель корабля. Миша, я тебе мозги через уши вытащу, а потом сплавлю на твою черепе в башмаки из кислоты. Как же ты надоел, башмаки из кислоты. Нет, правда, ты свои угрозы вообще не продумываешь. Отлично, включай программу катапультирования двигателей.
Так. Ясненько, увидел. Вижу, вижу, бегу. Вот. Так, фигня, фигня. Все. Двигатель улетел. Главный двигатель, который... Так, катапультировался. Нет, мой милый двигатель! Ну, будет, будет. Если честно, после необходимости было... Но я знала, что это его развалит. Вот и поэтому. Отлично сработало. Дальше без меня я добычу рассортирую. Теперь ты сможешь добраться до рубки. Мы отклинили символы так, после того, как двигатели. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Они забивают меня с колеи. Говорите, снизу, да? Там снизу нету ничего. О, даже как. Найдите управление. Это оно? Не, стоять вон, я вижу. Это будет битва с боссом. Так, инженерный отсек. Что по карте? По карте ничего не понятно. Что с той стороны? Хороший сундук. Я все буду кристаллы вот эти, которые я собираю, тратить на рюкзак. Улучшение рюкзака. Так, вот, собрать... А, это доллары. О, здорово, ящики из первой части. Ну что ж, жалкое создание, настало вам конец. Сейчас вот сотрет в порошок мой самый главный помощник. Его называют Коком, потому что он может кокнуть любого. Поняли? Поняли? Сейчас поймете. Булочка моя, открой дверь. О, сейчас будет битва с боссом. Чё себе. Разбитая корма. Денежки, денежки, денежки. Ничего ценного. Ура! Бог, нет! Бог, нет! Ой, прости. Не надо было закрывать. Да что же с тобой сегодня, любимые мои? Как же всегда, так хорошо о тебе отзывался. О, я помню. Так, запас взрывной, так, участок, максимум урона. Блин, ну, херня в том, что все равно этот. Это не дается. Ну, считайте, минус кок. Кристалл. И куда теперь? Так, восстанавливаем запас. Ага, все увидел. Кубрик. Хедшот, хедшот. Oh,
О, что это? Мать! Там снова начинается уничтожение, что ли? Тихо, моя зайка, нет. Почти упал. Так, кислородный баллончик, патроны, патроны. Так, еще кристальчик. Места нету, вот черт. А, ну у меня здоровье понизится. У меня понизится тогда здоровье. А что у нас там было? Ладно. Куда-то мы спускаемся все ниже и ниже. Ой, очень хороший сундук, но у меня нету места. Очень хороший сундук, у меня нету места. А, они все равно дешевые, ладно. Вот так. Теперь ты можешь поставить в центр управления попасть. Ага. Вот. Знаешь что, искатель, да и приходи. Я хочу, чтобы мой башмак настоящий не кислородный, это и правда был. Так, ладно, подожди. Пока я к тебе не пришел. Пока я к нему не пришел, нужно продать шмот. Нужно продать ненужный шмот. Так, продать. Продать все, кроме любимого. Делей, да? А сразу посмотреть, что тут нету больше ничего ценного. Нету. Делейт. Погнали. Зверобой. Да, у меня сейчас ранг. Офигели? Так, давай. И него. Мод. Да, зараза. Не, мы добьем уже этот корабль, ребята, тогда закончим серию. Поэтому как-то так, как-то так, как-то так. Так, что я там? Херню подобрал. Навык сверххолодильник, да? Требуется класс гладиатор. Теперь восстановление активного навыка. Все, мама. Ага, все, мы попродавали еще некоторые. Достижение получено, рейтинг безбашенности немного увеличился. Если у меня очко безбашенности. Так, подвесной мост. Ты должна меня понимать. Тихо, 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 тихо. Ох ты ж, ё-моё.
Ну куда ты улетел? Еще лучше не получил. Тихо, камень тут, не? Значит, показалось. Так, вот теперь я уверен точно, что будет сейчас босс. Так, да это, ага, это у нас в обратную сторону. Давайте тогда продаем ненужное и покупаем эти патрончики. Все. Let's go. Хотя не похоже на битву. А нет. Вот теперь я разозлился. Умри, сухопутная крыса. Боссман, буду мужиком, блять. Хера себе устройство. Ну его щиты наделяют. Поэтому лучше сначала эти щиты убить. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. О, новый облик. Зараза. Все, чувак, боцман. Тебе пизда, боссман. Где он? А, вон он. О, нет, 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 я понял. До свидания. Меня коррозия начинает коцать. Классно. Классно. Охренеть. Тупая коррозия, чтоб ты всралась. Ладно, закупаемся заново. Главное, чтоб щиты не были эти снова подрублены там. Отлично. You need to come open this door now, Vault Hunter. Граната. Так, войдите в центр и встретиться. Сейчас встретимся. До хера пиццы Мокси. Центр ИИ. О,
Ого, шкипер, ИИ! Моя женщина? Умный мальчик, босс Манкита работал на Даль. Был у них специальный пай ИИ. Он сделал меня такой, потому что ему очень... Очень везло с женщинами. Хорошо, ну и где же это военный ИИ? Ты смотришь прямо на него. Когда-то я была военной ИИ и управляла этим кораблем, пока боцман не перепрограммировал меня в свою спутницу. Так что если ты собираешься перезалить меня во что более интересное, чем это погибнувший корабль, то таковое распоряжение. Здесь у меня нет ничего, кроме... Что? Девчонка на самом деле военный ИИ, который какой-то урод перепрограммировал, изображая женщину? Отлично! Хватай эту красотку вперед! Пора просветить этих чертовых роботов. Это, короче, история рассказывает, как создавать... Я готова! Выдергивай меня. Это, короче, рассказывает история, как красавчик Джек начал вообще вот это создавать роботов, все такое. Хера, и там тоже есть. Нифига. Что там у нас за красоньки будут? Моды. Дать. Искусство разумного... Так, убеждений. Вы нашли подходящий мозг, способный командовать армией роботов. Теперь пора думать о теле. Джек, это Лилит. Хорошая новость, мы нашли старую фабрику роботов, корпорация Даль. Она побольше, так вышла ее координация-искателя-хранилища. Плохая новость, местные... Кавы нас ждут. Эй, это круто. Но если ты считаешь, что это по-вашему, стреляй. Молодцы. Спасибо, вы действительно... Знаете, когда разберемся с этими ребятами? Это будет сложнее, чем кажется. Эй, эта штука работает? Искатель хранилища, тебе нужно снова запускать конвейер. Я знаю эту фабрику и не могу помочь вам добраться до нее. Прежде всего, нам нужно сесть на поезд. Окей. Новый слот для оружия. Так, что по пистолету? Что по пистолету? Походу я их буду продавать. Он хороший, точность, скорострельность хорошая, перезарядка хорошая. А ну-ка. Ну, пускай будет эта пушка. А что пойдет у нас на второй слот? Давайте, наверное, базука. Нет, я думаю, дробовик пускай будет какой-то. И автомат. Ладно, лазерная пушка. Так, там у кого-то задание можно взять, да? Так, тайная комната. Какие тайны хранят на борту Дракенбурга? О, да, это же блок данных с Драконбурга. Шик, блеск. Нет-нет, я за тобой не подсматриваю. Ты не думай. Найди мне консоль, в которой можно подобрать... Так, ладно, сейчас я, короче, дверь закрою. Короче, я тут подумал. Давайте карту я чекну, сразу есть у нас здесь... Больше нету активных миссий. На этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.